Написали в новостях, да? Да. Написали, да? Да, предъявлено обвинение. Вот. Я пока, честно говоря, вот после того, как предъявили обвинение и вручили постановление, еще даже толком не успел прочитать, но ну что я скажу? Слушайте, это моим возмущением нет предела, понимаете? Изначально, значит, готовили, значит, топтали имя Исакова в соцсетях, в СМИ, как я говорил в самом начале, перед тем, как заходить. Салмастан. Рахмат. И, значит, в итоге, ну, они как бы создают, получается, такой антураж вокруг человека и делают из него уголовника, да? Я извиняюсь, конечно, но это... Может быть, эмоции у меня, но, конечно, сейчас мы с адвокатами будем очень тесно работать, будем доказывать свою невиновность, но я скажу, что это полный беспредел. Я в шоке от всего, то, что сейчас происходит. А вот сообщалось, что вы 18 раз встречались с представителем компании TBA, она известна как Майя. Вот с какой целью проводились переговоры? Это неправда. С представителями компании TBA я никогда не встречался. Я встречался с официальными представителями посольства Китая и торгового представительства. Спасибо. Спасибо.